Приветствуем вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром мы бы хотели попросить вас подписаться на канал и поставить лайк, чтобы не пропускать ежедневные новости на нашем канале. А мы переходим к новости. Актрису из сериала «Моя прекрасная няня» увезли в больницу на скорой. 58-летней артистке не помогло лечение на дому, потребовалась срочная помощь. Актриса Ольга Прокофьева заразилась коронавирусом. Об этом пишет телеграм-канал Мэш. Сообщается, что коллеге Анастасии Заворотнюк по сериалу «Моя прекрасная няня» стало плохо вскоре после возвращения из Краснодара. 58-летняя Прокофьева почувствовала слабость. Также ее начал мучить кашель. Результаты тестирования показали, что это ковид. Изначально врач назначил артистке лекарства и разрешил лечиться дома. Однако Прокофьевой вскоре стало настолько плохо, что она вызвала скорую. Медики в стационаре сначала пришли к выводу, что болезнь протекает в среднетяжелой форме. Но позже, когда актрисе сделали КТ, выяснилось, что ситуация не так плоха. Выяснилось, что у Прокофьевой легкая форма ковида. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. И свежие новости каждый день вы будете видеть первыми. Спасибо за просмотр.